Классно как, да? Ее немножко так нужно иногда выравнивать, эту вот качельку. Вот видите, и эту качельку мы будем переставлять вот сюда, чтобы не было уже ничего вокруг. А то, вот думаю, там будет легче нам, лучше. Да. Девочки, а вот кто-нибудь здесь видел нормальная цена на шведские стенки для детей? Ну, шведские стенки, вот качели, что такое? Ну, вот не спортивная, а вот именно детская. Лазить там, вот у меня у Кати было.